Проскочил здесь Тюнберг. Бросок поворотом. Гол! Не успел среагировать сейчас Тарасов. Возможно, посчитал, что будет Тюнберг делать передачу. Во всяком случае, легионер нижегородцев всем своим видом показывал, что так и будет. А сам бросил из-под защитника, и шайба проскочила там где-то по щитками у Тарасова в ворота. 1-3. Не удалось сухой матч провести Вадиму Тарасову. Ну и времени еще много у торпедосов на то, чтобы попытаться побороться, постараться вернуться в игру. 14 минут и 43 секунды еще остается играть. Смотрим повтор из заброшенной шайбы. Видите, в момент обыгрыша бросил. А Тюнберг